Всем привет! Канал Кибербол подготовил для вас свежий выпуск секретов и фейков FIFA. А в нем тебя ждут истории об игроке в очках в FIFA 20, о футболисте, который давно завершил карьеру, но его карточка продолжает появляться в игре и является одной из худших, а также о гибралтарском игроке, который умудрился получить информ-карту в FIFA. И для начала предлагаем вам размять мозг и отгадать, кому принадлежит эта карточка в FIFA 20. Оставляйте свои варианты в комментариях, а ответ будет ждать вас в конце видео. Итак, погнали! Один из худших футболистов FIFA 20 давно завершил карьеру. И да, это правда. Карточка Джейми Маккомба из Линкольн Сити на протяжении трех последних частей FIFA является одной из худших. Появился этот парень в FIFA 20, и его карточке вновь присвоили ужасные статы. Скорость Маккомба всего 24, и он входит в число самых медленных игроков FIFA. Но есть в карьере этого парня один интересный нюанс. С 2016 года он вошел в тренерский штаб Линкольна и с тех пор не является действующим футболистом. Маккомб до сих пор числится в заявке, но даже не претендует на выход на поле. Ну а EA упорно продолжает включать его в игру, несмотря ни на что. Джейми уже 3 года не выходит на поле, а электроники за это в каждой новой части даунгрейдят его на 1 пункт. У футболиста из Гибралтара есть информ-карта. И это правда. Представителей этого островного государства нет ни в FIFA 19, ни в FIFA 20. Но игрок этой скромной сборной умудрился попасть в команду недели в FIFA 18. Легенда местного футбола Лиэм Уокер отважился на сезончик съездить в английскую трясину. Уокер в FIFA 18 числился в составе Notts County. В игре он стартовал с рейтинга 62. Зимой получил апгрейд до 67, и его карточка стала серебряной. А затем и последовало чудо в виде информ-карты. Гибралтар проводил товарищеский матч против сборной Латвии, и в нем карликовая сборная одержала историческую для себя победу. Единственным голом в том поединке отличился Уокер, и электроники решили поощрить его информ-картой. Так что Уокер пока вошел в историю FIFA как единственный гибралтарец с информ-картой. В FIFA 20 есть футболист в очках. Естественно, для большинства любителей футбола фраза «футболист в очках» ассоциируется в первую очередь с Эдгаром Давидсом. Но речь сейчас пойдет не о нем. Франциско Монтеро, права на которого принадлежат мадридскому Атлетико, имеет проблемы со зрением и выходит на поле в очках. Даже в FIFA 20 на его карточке, которая числится в Депортиво, Монтеро изображен в очках. Но вот в самой игре электроники этот нюанс почему-то не учли, и Франциско выступает без очков. Так что пока тезис о том, что в FIFA 20 есть футболист в очках, является неправдивым. Возможно, со временем EA эту ошибку исправят. В минувшем сезоне 20-летний Монтеро провел за Атлетико 9 матчей в Ла Лиге, а в текущем сезоне он выступает в Сегунде в основе Депортиво. А на сегодня все. Ставь лайк, если тебе нравится этот формат. Пиши в комментариях, какие интересные факты о FIFA знаешь ты. И не забывай подписываться на Кибербол, чтобы быть в курсе всего самого интересного из мира футбольных симуляторов. До скорого!